15. Итоги конкурса подведены. И сейчас передаем слово Александру Сергеевичу. Ребята, еще раз всем добрый день. Хотел вас поблагодарить за то, что участвовали в конкурсе, проявили инициативу. Спасибо вам большое. Ну, несмотря на то, что я объявлял конкурс на один самокат, я, судя по инициативе, потому что было, ну, столько было претендентов, которым нельзя было отказать, естественно, я решил уделить внимание, соответственно, и вашим классам. Поэтому хотелось вручить действительно награду достойному претенденту. Это Соловьева Дарья. Аплодисменты! Спасибо большое. За твой вклад в школу, за твои успехи, за твои достижения. Большая молодец. Станешь примером для всех. И, в принципе, ты являешься примером для своего именно класса. Большое тебе спасибо за твои успехи. Так, можете все